Итак, приветствую, друзья. Сегодня у нас с вами такая тема щепетильная. Она называется лохотрон, пирамида, секта и так далее. Вот мне вот друзья говорят о том, что вот зачем ты опять влез в какой-то лохотрон, какую-то пирамиду там и так далее, вот секту и прочее. Вот, но я им говорю: ребят, то, что я вложил 1000 рублей всего, да, она уже ко мне вернулась, это 1000 рублей. Причем вернулась буквально через несколько дней. Где здесь пирамида, где здесь секта, где здесь лохотрон? Я вообще не понимаю этого. Во-первых. Во-вторых, это вложение было в криптовалюту, то есть точно так же, как и раньше хранили деньги в долларах, там, например, когда доллар был 1 рубль стоил, да, когда доллар стоил 30 рублей, сейчас доллар стоит примерно 70 рублей. Ну, допустим, на один вложенный рубль-то можно было в 70 раз, как сейчас, приумножить свой капитал. То же самое здесь с криптовалютой. Я, например, вложил сейчас всего 1000 рублей, вот, и она через некоторое время, эта криптовалюта, будет повышаться в цене, ну, так же, как и доллар. Вот. Помните, что произошло с биткоином? Это один из ведущих лидеров в криптовалюте. То же самое будет происходить с эфириумом, который сейчас я вложил. Все. Сейчас эфириум стоит копейки, может, да, вот вложили 1000 рублей. А завтра он может стоить в 20, в 30, в 100 раз больше, понимаете? Вот. Все помнят, наверное, скачок в 17, или 18, не помню уже, в 17 году, когда биткоин вырос до 20 тысяч долларов за один биткоин. Вот. Не исключено, что то же самое будет с эфириум. Вот так что вот такие, вот так что вот так. И я не вижу здесь никакого лохотрона. Касса взаимопомощи, да, например. Накопительная система здесь получается. Вот. Этот проект на этом и основан на взаимопомощи друг с другом, друг другу. Вот. Вы только вкладываете, минимум вкладываете для того, чтобы купить одну единицу криптовалюты, эфириум, 1000 рублей. Ну, там 1000 рублей, это вместе с комиссиями и так далее. Все. Дальше вы можете его либо приумножать, этот капитал свой, за счет приглашения других людей в этот проект, либо просто ждать или либо накапливать, когда криптовалюта сама пойдет вверх семимильными шагами. Вот и все. Вот, а если про все говорить, что это лохотрон, это пирамида, ну, ребята, ваше право, пожалуйста. Понимаете, я никого не уговариваю, я ни о чем не прошу. Я просто даю информацию. А решать, как воспользоваться этой информацией, решать только вам. И выбор только за вами. Так что все. Так, с вами на связи был Александр. И до новых встреч.